Вопросы социально-экономического развития Волгоградской области за последние 5 лет и новая бюджетная стратегия. Эти темы обсудили сегодня депутаты регионального законодательного собрания совместно с главой региона и членами областного правительства на парламентском часе. Слово нашему парламентскому корреспонденту Станиславу Лопатину. По информации финансистов, за период с 2007 по 2011 годы темпы экономического роста в регионе были небольшими. К примеру, по индексу промышленного производства мы среди российских регионов поднялись лишь с 65 на 57 место. При этом, как считают в региональном правительстве, на самом деле у области потенциал намного выше. На самом деле потенциал и стабильность в этом регионе присутствуют. Не хватает только вектора динамики, вектора развития. И когда за эти, какой-то период политической нестабильности, условно так его назовем, происходили все моменты принятия бюджетов, то вот эти вектора развития, они не учитывались. И таким образом, различными лобби, всем сестрам по серьгам, и этот принцип все больше и больше захватывал бюджет и с этой точки зрения не давал Волгоградской области развиваться. Для того, чтобы доминировать в экономике, при том не только в Южном федеральном округе, но и, возможно, в России, сейчас необходимо определить основные приоритеты, на которые в первую очередь должен быть нацелен бюджет. Это сельское хозяйство, строительство дорог, а также создание новых промышленных предприятий. В то же время было отмечено всеми выступающими, расходы на социальную сферу уже превышают возможности областного бюджета, что не позволяет вкладывать средства в развитие экономики. То есть в регионе отсутствует бюджет развития. Сам разговор, он нужен, разговор, то, что он именно в таком формате произошел, что все депутаты, представители районов, правительства Волгоградской области заговорили о проблемах бюджета, о которых мы уже в последних 2 года говорим, о том, что необходимо этот разговор вести. Ориентированный на социальные расходы наш бюджет, как показывали все презентации, это более 60%, а мы говорим о цифре практически 80%. И при условии сокращения налоговой базы мы понимаем, что для нас это сегодня достаточно напряженная роскошь, скажу так. Поэтому абсолютно поддерживаю предложение министра финансов, связанное с адресностью. Мы об этом тоже давно уже говорим. И необходимостью анализа условий, в которых живет человек. Ведомствам и министерствам придется укладываться в рамки тех средств, которые будут выделяться на каждую из отраслей. Меры необходимые, но они позволят в будущем выйти на бездефицитный бюджет, отметил губернатор Сергей Баженов. Мы начинаем жить по средствам. У нас появится возможность быстро развивать те отрасли, которые могут доминировать, и получить максимальную отдачу в бюджет, получить максимальную отдачу и налога с прибыли, потому что будут еще больше открываться новые предприятия и НДФЛ. А мы, правительство Волгоградской области и депутатский корпус, должны предпринять такие шаги, чтобы поступлений было больше. На заседании было принято решение информацию о социально-экономической ситуации в области детально рассмотреть на профильных комитетах областной думы с целью подготовки предложений по корректировке бюджета на 2012 год. Станислав Лопатин, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».